Привет! Сегодня у нас пойдет речь о обуви для бушкрафта, охоты, туризма и даже для повседневного ношения. Причем это такая обувь, знаете, на которую будут ориентироваться очень многие в течение последующих лет, как мне кажется. Я уже снимал выпуски, где тестировал, показывал какие-то ботинки от компании Faraday, ну потому что понимал на самом деле, к чему идет все дело. Ну вот сегодня у нас будет 1085, тактик называется. Коричневого цвета, такой водостойкий нубук сверху. И средней высоты. Почему я выбрал именно такие? Потому что в них не выглядишь на самом деле как какой-то боевик. То есть они такие стильные, и на самом деле с повседневной одеждой их можно носить. И при этом они сохраняют на самом деле себе все навороты, которые есть вот в каких-то высококлассных трекинговых, туристических ботинках, вот, которые есть. Здесь как бы это тоже все присутствует. Какие тут особенности? Во-первых, вот этот нубук, видите здесь. Вот он дает, конечно, очень классный внешний вид. Прям вообще, особенно пока они новые. Просто отлично это выглядит. Но из недостатков, конечно, это все может поистереться, сильнее пачкается. Но тут уже на любителя. Кто-то хочет покрасивее выглядеть, кто-то хочет, чтобы это было как-то там легко стереть или еще что-то такое. Ботинки очень прочные. То есть вот здесь вот вообще прям так, как камень. То есть это, не знаю, если, в принципе, неплохо будет защищать и от камней, когда идешь, как горные ботинки можно будет использовать. И когда рубишь топором, тоже, что очень важно. Ну, если, не знаю, кого-то пнуть этим, особенно если удар ногой поставлен, то это будет, знаете, как это кастет для ноги, то есть как оружие. Они влагостойкие, вот я сейчас их водой оболью. Мембранная, то есть помимо пропитки водостойкого вот этого нубука, вот сейчас воды нету, но я ходил прям по ужам, они не промокают, потому что здесь вот так вот сейчас все сделано, сейчас покажу. Лучше вот этот стоять удобно. То есть они сделаны вот так вот сапогом. Здесь вот пакет, который они Vantex называют, с мембраной, без утеплителя. Ну, Vantex это аналог Gore-Tex, только наш. То есть мембрана, которая позволяет дышать и при этом не дает воде попадать туда. Есть подушки, поэтому такие небольшие, но это дает возможность не разнашивать их, то есть их одеваешь, они не натирают. Про ботинки я что хочу сказать, что самое главное, чтобы колодка, вот как на заводе делают, подходила под вашу ногу. Тут даже бренд ни при чем, если колодка не подходит, то насколько бы качественные ботинки не были, вам в них не будет удобно. Я вот что замечаю, что вот эти вот как на меня шили, поэтому очень доволен. Но в первую очередь я по ботинкам что смотрю, чтобы когда долго идешь, чтобы ноги не уставали, как-то их не навихивало там. Ну, то есть здесь вот прямо хорошо все сделано под меня. Вот такие вот какие-то резиновые штуки здесь. Не знаю, зачем это надо. Это вроде как защита от каких-то вот ударов камнями, еще что-то. Ну и внешний вид. Видимо, тоже косметический эффект. Подошва, она трехсекционная получается. Здесь полиуретан такой прочностной, первая часть. Вторая, вот эта вот, даже вот, когда ее трогаешь, это низкой плотности полиуретан, это для амортизации, когда прыжки там на камнях, еще что-то такое. Ну и последний слой резина, вот и сам протектор. Она уже такая износоустойчивая и защищает от проколов, от всего вот такого вот. Ну, то есть, как видите, все навороты, которые есть в современных ботинках, здесь присутствуют. Шнурки, кстати, с кевларовой нитью, они не стираются, и петли, защищенные от этого.
от коррозии, от ржавчины. Вот такие прикольные, причем не крючками. Они, ботинки невысокие, в принципе, крючки здесь не особо и нужны, потому что я могу их вот так вот одевать. Ну и внешний вид, конечно, очень-очень классный. Смотрите. Если не знать, что фирма Faraday — это в основном армейская обувь, то так и не подумаешь, что это какие-то вот такие тактические там или военные ботинки. Ни по внешнему виду, ни по тому, как это сделано. Потому что сделано очень классно. И швы, и литье, все прям вообще. Подошва средней жесткости. То есть она дает возможность там по пересеченной местности идти, чтобы ногу себе как-то не навихивать сильно. Но при этом, если будете идти как какой-то эквилибристикой заниматься, там по бревну ходить, то там нет, конечно, такого, чтобы, как, знаете, как в этих с тоненькой подошвой, чтобы там прям нога чувствовала все. То есть они такие средней дубовости, можно сказать. Ну так вот, вот первое впечатление от этих ботинок у меня самое хорошее. Самый главный их плюс, на мой взгляд, это очень классный внешний вид. Можно носить даже в повседневности. Температурный режим, вот походив по лесу, там, как я определяю, эта вещь, конечно, такая субъективная, кто как приносит холод. Ну, по моим ощущениям, это примерно вот ботинки для межсезонья. То есть до минус 5, в принципе, можно целый день в них в лесу ходить, и ничего не мерзнет, с обычным носком. Если там, конечно, надевать какой-то утепленный, то тут, правда, надо тоже учитывать такие особенности, что это все-таки мембранные ботинки. Поэтому не стоит шерстяные носки носить, не рекомендуют, по крайней мере, производители, потому что эти частички шерсти могут там как-то забивать эту мембрану. Хлопковый носок тоже не стоит одевать, потому что он как тампон будет действовать, просто не дает работать этой мембране, он воду в себя собирает. То есть какой-то такой трекинговые носки нормально сюда подходят. Ну и, конечно, не надо их как-то нагревать там сильно, сушить у костра, иначе поры этой мембраны запаяются. И в уходе тоже средство, если какое-то, это нельзя какой-то ваксой там или обычным кремом замазывать. То есть тоже специализированные спреи, средства для вот именно мембраны обуви. Неплохой протектор здесь. То есть они не такие вот дубовые, как вот там берцы у меня были. То есть такой достаточно мягкий, сейчас где-то минус 2. Ну, то есть я их легко продавливаю пальцем, сам протектор. Но он такой цепкий, вот если по пересеченной местности ходить, то там ничего не скользит, так удобно. Ну и самое главное, что колодка это подошла мне, и могу ходить на большие дистанции, и нога себя там нормально чувствует. Ну, вот такие первые впечатления об этих ботинках. По зимним, которые тоже у меня там сравнительно недавно, вот зиму ходил. Вот эти такие вот утепленные совсем уже. Там тоже, честно говоря, никаких косяков не заметил. Да, они тяжелые, массивные, но это как бы есть ботинки там для спецподразделений. Единственное, что я в них заметил, вообще странную такую штуку. Вот у меня такое было, там есть такой крючок. Он прям на костяшке здесь находится. Я как-то умудрился, когда бежал, как-то ноги близко поставил, вот так вот зацепился шнурком за этот крючок и упал. То есть поэтому я на своих ботинках вот этот самый крючок, который там такой нижний, на костяшке, я его прямо так совсем загнул и шнурки оттуда не вытаскиваю. В принципе, это так надо, конечно, постараться такое сделать, но специально даже не получалось, но вот такой факт был. Поэтому надо учитывать, и вот на тех зимних ботинках вот это имеет смысл, этот крючок загнуть, потому что, ну, на каких-то в горах там или, не дай бог, какая-то там военная ситуация, то это можно в неприятную ситуацию попасть. Так, причем там падаешь так, что не как на шнурок наступил, а прям такой жесткий какой-то штрафбат. Ну вот такие вот у меня первые впечатления об этих ботинках. Пишите в комментариях, что о них думаете. Хотя, знаете, не знаю, я думал, что когда первые ботинки тестил, думал там на основании комментариев, я сразу прям какой-то... Ну, впечатление об этих ботинках получу такое от общественности. Ну, ничего не понял, честно говоря, потому что комментарии какие-то
противоположные идут. Кто-то говорит, что плохие, кто-то говорит, что очень хорошие. Так и не смог разобраться, поэтому, ну, вот все, что я делаю, на самом деле, я просто вам показываю свой опыт использования. То есть ни к чему не призываю. Показал, показал. Ну, дальше буду ими пользоваться. Если что-то еще всплывет, да и обзор, если там YouTube не закроет, сделаю там через полгода там или год. Ну, а пока спасибо, что смотрели. Пока.